Привет, мам, что на ужин? Курица с картошкой. По-моему, она слегка недожарена. Кажется, моя картошка тоже недоварена. А можно нам сразу десерт? Эй, ты чего? Парень, тебе подарок, лови, ёб твою мать! Мы просим прощения за то, что мы натворили. Значит, вы знаете, что вы натворили? Нет! Так как же вы извиняетесь за то, о чем понятия не имеете? Я не знаю! Папа слышал все, что вы сказали на школьном дворе. А-а-а-а! Вот оно что! И с тех пор он прячется в сарае. С радостью извинюсь перед папой. Все, с меня хватит. Вы не уважаете своих родителей. И пока вы не попросите прощения у отца, мы не будем о вас заботиться. Посмотрим, сколько вы протянете таким образом. Подумаешь, как страшно. Картошка куплена на мою зарплату. Я все равно был не голоден. Анаис, выходи! Ты там 100 лет торчишь! Ой, простите, но за воду платит мама, а вы невоспитанные грубияны. Так что идите купаться в другом месте. За воду платит мама, идите купаться в другом месте. Вы все равно не выведете меня из себя. Вы все равно не выведете меня. Прямо в нос. Ой, прямо в нос. Еще посмотрим, у нас есть мыло, нужна только вода. Слушай, я начинаю жалеть, что я в это ввязался. Машина! Невероятно, сколько всего мы накупили на доллар. Да здравствует распродажа. Ты слышал, что говорил Ларри? Это нужно съесть до истечения срока годности. Ха, мой юный Дарвин, вы так легковерны. У пищи нет срока реализации. Это нужно крупным концернам, чтобы мы закупали больше нефти и верили, что человек ступал на Луну. Вот, например, банан. Согласно сроку реализации, он должен сгнить сегодня, но ты сам видишь, что он в полном порядке. Все это нужно немедленно съесть. Простите! Вот что я хотел сделать! Что ты? Не переживай, малыш. Ты же слишком сильно себя напрягаешь. Ты разве много нужно? Раз в жизни нормальный школьный фотографий. Ты брось. Должно получиться неплохо. Yeah.